мне все без толку. Где и во сколько? Телефон стоит без звука. Я не буду говорить. Десятки сообщений, смотрю на них невнятно. В глазах стоит картина, и все предельно ясно. Пожалуй, я отвечу позже, а лучше даже завтра. Ты особо не волнуйся, со мной все в порядке. Ты прости меня, мадам, я немножечко устал. Я сегодня буду пьян, сегодня буду я один. Только виски грин один, ты ко мне не приезжай. И не надо мне звонить, я сегодня буду пить. С тобой не буду говорить. Ты прости меня, мадам, я немножечко устал. Завтра утром позвоню, как всегда все объясню. Ты прости меня, мадам, моя, моя мадам, моя. До дома ноги донесут, открою дверь и пройду. Я не вижу, где светильник, и разряжен мой мобильник. Ты прости меня, мадам, я немного перебрал. Сам не знаю, где пропал. Да, я видел, что звонила, но я чуть-чуть скотина. Да, я специально трубку не поднял. Ты прости меня, мадам, моя мадам, моя мадам, моя мадам. Ты прости меня, мадам, я немножечко устал, я сегодня.